Ёбаный, вот съела. Хорош? Меня. Тебя снимаю. Табличка. Меня на фоне таблички. Ну, люди живут. Работают. Птички поют. А мы сейчас пойдем по этой дорожке. Вниз, вниз, вниз. Вот мы идем туда. А? Туда идем. Да, да. А тут уже близко. Вершины такие красивые. Коровки. И мостик. Ну, там вода есть. Там озеро какое-то. Ой, ура, мы на мосту! Вперед! Ура! Ура, и никого нет, так хорошо! Гришон шатается. Сейчас мы покачаемся. Тут на нем. Так. Сейчас. Дай мне кофту, наверное, а то я тебя нагрузила. Кофту здесь. Дай мне кофту, и ты будешь спокойно. Классно? Да. Ой, такой класс. Мои грузи так там красиво. А, там прямо, смотри, набережная такая шикарная. Да. Смотри. Сейчас кофту. Телефон туда уроню. А ты снимаешь? Да. О, давай снимай. Снимай красиво. Так классно. Я думала, будет страшно. А не страшно. Ну, если пизанется, так страшно будет. Нет, я думала, страшно не ходить. О, вот здесь страшно. Начали, нас не пизана. Нас не пизана. Вот отсюда поснимаем виды. Они уже хватит. А? Еще... Что? Они уже хватит. Назад? Вот я с другой стороны моста. Классно. Классное впечатление. Воздух тут. Шикарный. Дальше еще можно погулять по горам. А вот и березки. Здесь им хорошо. Не жарко. Вот дорога, выложенная из таких камней, идет куда-то наверх. В ресторан. Чик. Чик-чик, потому что людей мало. Вообще никого практически нет.
это заведение. Бабудьёль. По-немецки, что ли? О, я залезла наверх. Тут люди живут. Прита-привата написано. Ой, здесь уже начинается тропинка в лес. Альпийские тропинки. Маршруты. Я залезла на самую верхушку. Миротворение. Иду в лес по альпийской тропинке. Здесь туристы ходят, бродят. Короче, все ясно. Лес. Хороший лес. Какое-то деревце красивое. Все, спускаюсь. С покоренных вершин спускаюсь. Хватит. Специальное местечко. Зайти. И отсюда наблюдать. Моста не видно. Иду назад по мосту. Топ-топ-топ-топ-топ. Нельзя сказать, что очень много людей. Вот, дождик пошел. Дождик. Это мост качается. Топ-топ. Люди идут, качаются. Какое симпатичное озерко. Ох. Качается, как мост. Мальчишка сзади идет.